Я люблю море, мне нравятся песчаные берега, я обожаю рыбы, все такое. Уже сегодня Леша Мовчанюк знает, чему посвятить свою взрослую профессиональную жизнь. Мечты о походах и приключениях привели его в прошлом году в Центр юных моряков с флотилии. За полгода учебы Леша освоил некоторые морские узлы, флажный семафор, разобрался с устройством шлюпки. Избавлять ритм никак нельзя. В планах у мальчика стать настоящим контр-адмиралом. Мне очень целесообразно заниматься каким-нибудь делом, в моем случае морским. Мне очень нравится взять морские узлы, показывать флажный семафор. Родителям это очень нравится. Сегодня Леша Мовчанюк, как и его товарищи, стал участником конкурсной игровой программы «Юнга года». Перед ребятами стояла непростая задача – показать все то, чему они научились за полгода обучения. На кону получение первого почетного звания «Юнга». Ежегодно мы проводим перед днем 23 февраля такую конкурсную игровую программу, которая называется «Юнга года». В ней участвуют ребята первого года обучения. Здесь они покажут все, чему их научили в течение этого полугодия. Конкурсная игровая программа «Юнга года» – это открытый экзамен для воспитанников центра. Активно в нем себя проявляют не только мальчики, но и девочки, которые, вопреки стереотипам, справляются с непростым морским делом не хуже ребят. А вот какие предметы, может быть, больше всего нравятся из того, что вы изучаете? Флажный семафор. А почему? Им что-то можно показать маме или папе. Ну, может, покажете нам что-нибудь, какие-то элементы? Например, вот. Ты. И. Ты. Настроение празднику добавляла большая концертная программа. Сегодня все о море, о героях, о тех, кто, как истинный защитник Отечества, бережет мир и покой. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».